И у вас время по дополнительному 9 году покидается по стол, это нужно снять этот номер 3 в вашем номере. На пакуємо два, потім голосує в мене з п'ятою, а потім голосує в четверту. Де ти не хочеш бачити, що вони збирають, як мінімум десяту збирає руки, тебе голосуєш в місті десяту, четверту. Ну, твоя ігра, тобто ти рішив чотири, окей, ти перевірений красний, я не вважаю тебе слабим ігроком, куди скажеш, проголосуй. Навіть якщо це буде цей номер. Просто я шериф, я поясню, чого п'яти ще... Чорний, я пояснив, чого скрився сьомому. Я пояснив, що немає перевірки 5 красен, коли вона тобі показала 8 красен, а вона проснулася і в лице ткнула 8-му, що перевірено красен. Такого не було, вона чого 10 скрилася тоді 5-му, з якого перепуха? З якого перепуха ви красні? За що ви красні? Вставляю 5, вставляю 1. Ну, це вже все. Думаю, що це не шериф. Я просто так, я ще думав, вдруг каким-то боком окажется, що не п'ятая. Ну ви для мене непонятні, господин Урка. Що ви мені там показуєте? Ви такий красний, що ли? Розібралися в ігрі?
Что вы там показываете? Нет, я просто так смотрела. Вот. Это просто сейчас выполняет речь, просто сбивает речь игроков, понимаешь? Вот и все. Поэтому я думаю, что пятая черная, там на нуле на меня агрила. Все. Тем более, давайте какой-то хоть баланс мы сыграем. Если у него черная проверка есть, так уходит черная проверка. А там дальше будем разбираться, у вас же будет черная проверка. Я спросил, у них двоих скрывали, если она на нуле, она сказала нет, она сказала да. Это третий круг. Вот абсурд, они на абсурде играют. Все, пятую пакуем и все, не надо никаких вес. Игрок не прекрасный, все. Мя. Говорит, что игрок на нуле, вы ошибались. Здесь что опять черный. То есть если вы, проверка черная или десятка, вы считаете опять черный, но опять проверенный черный и шестов. Вы бы не шутили, вы ничего не шутили. А так интересно. Выставляю 6. Выставляю 3. Да, да. 3, потом 6. Я немного не помню, почему я не начал. Это что-то 6. 3, 4. И у вас время. С этого момента мы прекращаем прошу прощения, его выставление. С этого момента мы прекращаем любую жестикуляцию и переходим в суд. Игрок номер 10. Первый фолк. На алтане выставили несущий игрок игроков. 5, 6, 10, 1, 3. 5, 6, 10, 1, 3. Сын по второму номеру. 5. Толстый против игрока номер 6. Я принимаю 3 руки. 6. Толстый против игрока номер 6. Я принимаю 0 рук. 10. Толстый против игрока номер 10. Я принимаю 0 рук. 1. Толстый против игрока номер 1. Я принимаю 0 рук. Кстати, оставшиеся руки против игрока номер 3. Это 4 руки. Игрок номер 1, игрок номер 3, ваша минута. Игрок номер 3, ваша минута. Послушайте, я красная. Ну смотрите, четвертый мат. Я красная, вот, смотрите, я красная. У меня четвертый мат. Четвертый говорил, что вы игрок черный, что вы ему скрывали. Четвертый черный. Четвертый черный не поставил руку пятого игрока. Он не дает пятую. Он сказал, что у нас придет на пятый игрок черный. Кто говорит, что четвертый красный? Я не говорю, что Ушами, напоминаю. Ладонью к ушам, напоминаю.